Тактическая подготовка, теория и практическое применение знаний. Так проходит тренировка президентской бригады. Сейчас мы находимся на полигоне. Готовим нашу технику к боевому заданию. Мы получили БМП-1. Эта техника находится в достаточно хорошем состоянии. На данный момент она практически готова к выполнению боевых задач по защите нашей Родины. Промень – младший сержант 1-й президентской бригады «Буревій». С украинского названия переводится как «ураган», «шторм». Когда 24 февраля началась война, я лично для себя решил, что пришло время воевать. Оно пришло само собой. Некоторое время я состоял в территориальной обороне Киевской области. А потом, когда меня призвали в армию, я согласился, не раздумывая. Тренируются бойцы в Черниговской области. В целом бригада готовится к отправке на восток. Какие-то батальоны, какие-то подразделения уже там, а какие-то тренируются здесь, в украинском тылу. Новобранцев здесь практически нет. Все бойцы уже обладают хоть минимальным опытом. Здесь 90% людей, которые 2-3-4 раза выезжали на выполнение боевых задач. Я думаю, что после второго выезда в район боевых задач личный состав привыкает к этим событиям. Это обычный день. Все знают, что они едут выполнять задачи. То есть все готовы. Все подготовились, учли ошибки прошлых раз. И теперь они даже лучше мотивированы и идут выполнять боевые задачи более качественно. Завершают подготовку солдаты еще более мотивированными. У меня свой фронт. Я воюю за своих побратимов, за свою семью. Я воюю за мир в Украине. Чтобы не было вот этого террора, который постоянно у нас происходит со стороны агрессора.